Я рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня мы будем рассматривать узор для жакета. Узор несложный. Раппорт узора 20 петель на 10 рядов. Для примера мы наберем 20 воздушных петель. 20 петель набрали. Теперь набираем 4 петли подъема. Мы набрали 4 петли. Теперь пропускаем эти 4 петли назад. Заходим в пятую и вывязываем 8 столбиков с накидом. 1 в каждую петлю. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 столбиков с накидом. 1 воздушная. Пропускаем 1 петлю внизу. Заходим в следующую и вывязываем столбик с накидом. 1 воздушная. Пропускаем 1 петлю внизу. Заходим в следующую и вывязываем столбик с накидом. 1 воздушная. Пропускаем 1 петлю. Заходим в следующую. Вывязываем столбик с накидом. 1 воздушная, пропускаем 1 петлю, заходим в следующую, вывязываем столбик с накидом. Одна воздушная, пропускаем 1 петлю, заходим в следующую и вывязываем столбик с накидом. По схеме у нас 5 столбиков с накидом и 1 воздушная петля между ними. Теперь до конца ряда мы провязываем 2 столбика с накидом. Мы связали раппорт, первый ряд раппорта. 3 воздушные петли подъема, которые нам заменяют столбик. Переворачиваем работу. Заходим во второй столбик, вывязываем столбик с накидом. 1. Заходим в следующий столбик и вывязываем столбик с накидом. 1. Теперь нам надо провязать 4 столбика с накидом и 1 воздушная петля между ними. 1 воздушная. Заходим в столбик предыдущего ряда, вывязываем столбик с накидом. 1 воздушная. Заходим в столбик предыдущего ряда и вывязываем столбик с накидом. 1 воздушная. Заходим в столбик предыдущего ряда и вывязываем столбик с накидом. 1 воздушная. Заходим в столбик предыдущего ряда и вывязываем столбик с накидом. 1 воздушная. Эти столбики группа. Мы провязываем столбик-столбик до конца ряда. Каждую петлю мы вывязываем столбик с накидом. Узор простой, несложный. Для начинающих самое то. Доходим до конца. Мы связали второй ряд. Последний заходим в столбик, столбик. И последний столбик мы вывязываем в третью петлю подъема. Второй ряд связан. 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. И вывязываем эти столбики. Вот эту группу. 8 столбиков. Столбик, столбик, столбиками с накидом. В
каждую петлю. Не торопимся, чтобы у нас получались красивые столбики. Для начинающих, повторюсь, лишний повод набить руку. Одна воздушная. Теперь заходим в столбик предыдущего ряда, вывязываем столбик с накидом. Заходим в следующий столбик с накидом, одна воздушная, в следующий столбик с накидом, одна воздушная, в следующий столбик с накидом, одна воздушная. Заходим в группу из столбиков и провязываем до конца ряда столбиками с накидом, столбик в столбик. И в третью петлю подъема мы вывязываем столбик с накидом. Третий ряд связан. Теперь 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Одна петля по рисунку. Первые 2 столбика пропускаем. Заходим в следующий. Вывязываем столбик с накидом. 1. 2 воздушные. Заходим в арочку. Вот где у нас эти были столбики. Филейная сетка. Заходим в первую арочку. Вывязываем столбик без накида. 2 воздушные. Заходим в следующий столбик и вывязываем столбик с накидом. 2 воздушные. Заходим в столбик предыдущего ряда. Вывязываем столбик без накида. 2 воздушные. Заходим в следующий столбик и вывязываем столбик с накидом. 2 воздушные. Заходим в следующий столбик и вывязываем столбик без накида. 2 воздушные. Вот что у нас получилось. Арочки. Теперь заходим в столбик. В первой в группе из 8. Одна воздушная. Один столбик пропускаем. Заходим в следующий столбик с накидом. Одна воздушная. Столбик пропускаем. Заходим в следующий. Столбик с накидом, 1 воздушная. Столбик пропускаем, заходим в следующий. Столбик с накидом, 1 воздушная. Столбик пропускаем, в третью петлю подъема вывязываем столбик с накидом. Мы связали 4-й ряд. 3 воздушные петли подъема и 1 петля по рисунку. Переворачиваем работу. Первый столбик не трогаем, так как у нас 3 петли подъема заменили столбик. Заходим в следующий и вывязываем столбик с накидом. 1 воздушная. 1 столбик пропустили. Нет, ничего не пропустили. Столбик предыдущего ряда вывязываем столбик с накидом. 1 воздушная. Заходим в следующий столбик с накидом, 1 воздушная. Заходим в следующий столбик с накидом, 1 воздушная. Мы провязали 5-й ряд. Теперь 3 воздушные петли, где у нас был столбик без накида, мы его пропускаем. Заходим в столбик с накидом предыдущего ряда. Вывязываем столбик с накидом. 1, 3 воздушные. Столбик без накида пропускаем. Заходим в следующий. Вывязываем столбик с накидом. Три воздушные. Столбик без накида пропускаем, заходим в столбик с накидом и вывязываем столбик с накидом. Одна воздушная, и в третью петлю подъема мы вывязываем столбик с накидом. Мы связали 6-й ряд нашего узора.
3 воздушные петли подъема, 1 петля по рисунку, переворачиваем работу. Первый столбик не трогаем, так как у нас 3 воздушные петли заменили столбик. Заходим в следующий и вывязываем столбик с накидом. 2 воздушные. Заходим под арочку, вывязываем столбик без накида. 2 воздушные. Заходим в столбик с накидом предыдущего ряда, вывязываем столбик с накидом. 2 воздушные. Заходим под арочку, вывязываем столбик без накида. 2 воздушные. Заходим в столбик с накидом предыдущего ряда, вывязываем столбик с накидом. 2 воздушные. Заходим под арочку, вывязываем столбик без накида. 2 воздушные. Заходим в столбик с накидом предыдущего ряда, вывязываем столбик с накидом. Вот что у меня получилось. Теперь в оставшиеся 4 столбика, 3 столбика мы вывязываем 1 воздушная, заходим в столбик с накидом предыдущего ряда, вывязываем столбик с накидом, 1 воздушная, заходим в следующий столбик, столбик с накидом, 1 воздушная, заходим в следующий столбик с накидом, 1 воздушная, в третью петлю подъема мы вывязываем столбик с накидом. Мы связали 8-й ряд. Три воздушные петли подъема. 1 петля по рисунку. Переворачиваем работу. Первый столбик не трогаем, как обычно. Заходим во второй. Вывязываем столбик с накидом 1 воздушная. Заходим в следующий столбик с накидом предыдущего ряда. Вывязываем столбик с накидом. Теперь 1 воздушная. Заходим в следующий столбик, вывязываем столбик с накидом 1 воздушная. В следующий столбик с накидом. Мы связали филейную сетку, да? Теперь смотрите на схему. Так как у нас сейчас здесь 3 галочки, как у нас показано на схеме, мы набираем 3 воздушные петли. Столбик с без накида предыдущего ряда пропускаем. Заходим в столбик с накидом предыдущего ряда и вывязываем столбик с накидом. Вот сюда. 3 воздушные петли. Пропускаем столбик без накида предыдущего ряда. Заходим в столбик с накидом и вывязываем столбик с накидом. 3 воздушные петли. Пропускаем столбик без накида предыдущего ряда. Заходим в следующий столбик и вывязываем столбик с накидом. 1 воздушная. И в третью петлю подъема мы вывязываем столбик с накидом. Мы связали 8-й ряд. Три воздушные петли подъема, 1 петля по рисунку, переворачиваем работу, заходим во второй столбик, вывязываем столбик с накидом 1, да? Теперь набираем 2 воздушные петли, заходим под арочку, вывязываем столбик без накида, 2 воздушные петли, заходим в столбик накидом предыдущего ряда, вывязываем столбик с накидом, 2 воздушные, заходим под арочку, вывязываем столбик без накида, 2 воздушные, заходим в столбик с накидом предыдущего ряда, вывязываем столбик с накидом, 2 воздушные, заходим в арочку, вывязываем столбик без накида, 2 воздушные, заходим столбик с накидом предыдущего ряда и вывязываем столбик с накидом. И у нас вот опять получились арочки. И 3 столбика без накида, которые делают нам эту красоту.
1 воздушная, заходим в столбик предыдущего ряда, вывязываем столбик с накидом 1 воздушная, заходим в столбик с накидом предыдущего ряда, вывязываем столбик с накидом 1 воздушная, заходим в следующий столбик, вывязываем столбик с накидом 1 воздушная, и в третью петлю подъема мы вывязываем столбик с накидом. Восьмой ряд связан. 3 воздушные петли подъема, 1 петля по рисунку, переворачиваем работу, заходим во второй столбик, вывязываем столбик с накидом 1 воздушная, заходим в следующий столбик с накидом 1 воздушная, заходим в следующий столбик с накидом 1 воздушная, заходим в следующий столбик. Мы провязали филейную сетку. Теперь мы набираем 3 воздушные петли, столбик с накидом пропускаем, заходим в столбик с накидом предыдущего ряда, вывязываем столбик с накидом, 3 воздушные, столбик без накида пропускаем, заходим в столбик с накидом, вывязываем столбик с накидом, 3 воздушные. Столбик без накида пропускаем, заходим в следующий столбик и вывязываем столбик с накидом. 1 воздушная, в третью петлю подъема мы вывязываем столбик с накидом. 9 ряд связан. 3 воздушные петли подъема, переворачиваем работу. Теперь смотрите, мы вяжем 10 ряд. Мы заходим в арочку, вывязываем столбик с накидом. Заходим столбик-столбик, вывязываем столбик с накидом. 1 воздушная. Заходим в третью петлю, во вторую петлю. У нас вот здесь, вот здесь, вот здесь были 3 воздушные петли. Да? Давайте не будем заходить в петельку. Но кому удобно, заходите в петельку. Вывязывайте столбик с накидом. Вот так. Но я, чтобы не искать эти петельки, всегда вяжу под арочку. После стирки рисунок уляжется. И вот, ну ни к чему это. Пусть будет так. 1 воздушная. Заходим в следующий столбик с накидом. Вывязываем столбик с накидом. 1 воздушная. Заходим под арочку. Вывязываем столбик с накидом. 1 воздушная. Заходим в столбик. Столбик предыдущего ряда. Вывязываем столбик с накидом. 1 воздушная. Заходим в арочку. Вывязываем столбик с накидом. 1 воздушная. Заходим в столбик с накидом в большом элементе. И вывязываем столбик с накидом. Мы с вами, вот она у нас, эта петелька. И потом, когда будет большое полотно, оно незаметно. Во вторую петлю вы ее провязали или подарочку. Вот. Теперь нам надо провязать вот до конца ряда столбиками с накидом. Мы заходим под арочку, столбик с накидом, в столбик, в столбик предыдущего ряда, столбик с накидом, в арочку, в столбик, в арочку, в столбик, в арочку и в третью петлю подъема, последний столбик. Набираем 3 воздушные петли. Мы с вами связали 10 ряд. Ничего сложного в этом нет. Далее повторяется первый ряд. Мы сейчас уже начали провязывать первый ряд. А далее сверху еще 2 таких ряда. Вот этот, второй и третий.
мы связали с вами раппорт узора 20 петель, да, плюс 1 и 10 рядов. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. Схема будет находиться в ссылке под видео. А пока-пока!